И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин. Сегодня у нас новый видеоролик на нашем замечательном канале. И, как вы уже могли заметить, сегодня у нас Майнкрафт. Вот, и как вы могли понять из прошлого ролика, значит, есть у нас Майнкрафт, значит, сегодня что-то новенькое, что-то классненькое. В группе в Дискорде вы тоже могли видеть что-то новенькое, что-то классненькое, вот, что вам очень понравилось. Вот. Ну, а прежде чем мы начнем ролик, сразу говорю, что осталось немножко. Мы набираем 1000 подписчиков, и Витязь М будет у вас, у всех. И вы сможете его юзать где захотите, как захотите, что угодно, в общем, с ним делать. Так что осталось немного, подписывайтесь на канал, и он будет скоро вашим. Ну, а теперь можно приступить дальше к нашему ролику. Итак, сегодня у нас, знаете, такое тоже день наслаждения, день приключения, день кайфуля. Вот. Сегодня у нас новый трамвай. Это у нас ёбаный рот. Это у нас КТМ-19. Вот такой вот замечательный, классный трамвайчик. Все его знают, он везде, как бы сказать, популяризирован. В странах СНГ особенно. Вот. Сразу говорю, что это конверт. Это неполноценная модель, которая делалась с нуля для Майнкрафта. Вот. Моя команда делала его специально для меня. Я не, как сказать, не буду говорить, что это самая лучшая модель и все такое. Ну, типа, она выглядит отлично, мне очень нравится. У нее даже уровень детализации внутри очень хороший. Да, он отличается от тех же трамваев Трампака, тем, что типа в нем нет функционала пока что. Вот. Но взять те же детали, которые есть, например, вот тут вот, да, они сделаны более-менее хорошо, но в плане они состыкованы, у них нет никаких толком зазоров, выглядит это все прекрасненько, и мне очень нравится. Вот. Просто к чему я это все говорю? Что мы не делаем пока что трамваи с нуля. Мы сделали конверты. И даже конверты эти некоторых трамваев нету в Майнкрафте. Например, КТМ 19, да, там, например, Львенка, там Витязя. Это все конверты. Это неполноценные модели с нуля. Вот. И в будущем, может быть, это изменится, но точно не сейчас. Даже таких моделей нету в Майнкрафте. Даже такие модельки, которые конверчены, они и то выглядят хорошо, и им типа большего пока что и не надо. Вот к чему я веду, что типа даже такая модель, она хорошо сделана. Ну, давайте теперь продолжим дальше. Вот. Давайте зайдем в салон, посмотрим. Ну, сидушечки вот такие здесь. Не московские, и это мне нравится. Они как раз сделаны под стилистику такого Саратова. Ну, табло это мы еще будем смотреть. Еще потому что, как бы сказать, модель сделали. Табло в тест только перевели, и пока что ничего не делаем. Насчет ФК, двери, не двери, и все такое. Пока что учимся, пока что смотрим, может сделаем, может пока что не знаю, вот. Но даже такая модель меня очень радует, понимаете? Типа, нет больше моделек, там, например, КТМ-19 в Майнкрафте, Львенка, вот, на RCM-овской версии, ну, типа, в плане, на поездах, Immersive Roll Railroading, вот. Таких нету моделей. Есть на других там модах, и то они все там такие, ну, не айс, я бы сказал. Вот. Но у нас оно появилось. И даже такому надо радоваться и не говорить, что вот, это, как сказать, конверт, вот, и конверт это типа, блядь, неполная модель. Никто не говорил, что будет полная модель. Так что даже такому радуемся. И
Сразу говорю, что если вы хотите КТМ-19, у меня его просить не надо. Вот. Он появится так же, как и Витязь М, с подписками. С подписками, ну, я не помню, то ли 1500, то ли чуть больше. Вроде 1500 подписчиков, и КТМ-19 тоже выйдет в общий доступ. Вот, этот замечательный красавец уже будет к тому времени, скорее всего, допилен. Вот, будет, как бы сказать, введен в нужное русло. У него будут какие-то функционал, табло и все такое. Вот, и будет все прекрасненько и классненько. Также мы делаем сейчас вроде как модельку КТМа 8-го. Только вот, вот подобие такого, только у него морда немного скошена. Вот, мы делаем, это там вроде КТМ-8КМ называется. Вот, мы делаем такое же для Саратова в Майнкрафте. Вот, и надо его тоже дождаться, и ролик будет по нему тоже выпущен. Вот так вот, вот у нас ролик получился. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот КТМ, вот, сразу ставьте лайк авансом. Вот. Ну а с вами был я, Матохин. Всем удачи, всем до скорого и пока-пока.